Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юля Руфлорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор в Орландо и Центральной Флориде. Сегодня мы встречаемся с Валерией. Валерия – мой партнер, риэлтор в Майами. Валерия работает в Майами, Санни Айлс, Халандайл. Вся Южная Флорида на этом побережье. Пожалуйста, вот у нас специалист Валерия, мы с ней уже несколько лет сотрудничаем вместе, партнерство у нас, и Валерия сегодня нам предложила сделать тур по этому вообще шикарному месту, я даже не знаю, как это назвать, квартира это просто не назовешь. Я абсолютно согласна. Можешь, пожалуйста, представиться, сказать, сколько ты лет в бизнесе и что это за прекрасное место, где мы сейчас находимся. Добрый день, дорогие зрители. Я очень рада, что мы сегодня присутствуем здесь, в этом апартаменте. Это модель, обставленная известным брендом мебели и декора артефакта. Находимся мы в здании, которое называется 2000 Ocean. Это бутиковое, очень новое, очень красивое здание на первой линии в городе Хайлендейл Бич. Оно открылось сравнительно недавно, и сейчас мы находимся в одной из моделей, которая полностью обставлена артефактом. Здесь очень красиво подобрана мебель, поэтому очень красиво и стильно, и здорово, что вот именно в таком виде можно представить этот апартамент. Это здание имеет около 70 апартаментов, то есть здесь только 2 апартамента на этаж. Площадь каждого апартамента составляет 2900 square feet жилого пространства, а также 475 square feet составляет балкон. То есть здесь очень широкие террасы. Надя, может быть, пройдемся посмотрим? Да, давайте пройдемся, посмотрим, и заодно ты нам расскажешь. Я хочу сказать, что полностью апартамент, можно сказать, полностью состоит из стекла. Да. И это противоураганные стекла, естественно, да, сейчас верно. По коду ставятся противоураганные стекла. Балкон у нас тоже с противоураганным стеклом, такое прям стеклянное-стеклянное место. Давай очень покажем. Воздушное, с красивыми видами. В общем, смотрите, ребята, интересно, что мы прям из лифта, вот лифт напротив. Кстати, я забыла предупредить, у нас сегодня с того края камеры Дэвид. Он не такой... Всем привет. Да, он не такой специалист, как Юля Руфлорида, естественно, я тоже, но он очень старается. Извините, если будут какие-то технические неполадки, все вопросы к Дэвиду. Ну, я уверена, что мы справимся. Мы справимся. В общем, из лифта сразу вход в апартаменты, и вы попадаете в гостиную. Валерия, каждый апартмент, благодарю, Надя, каждый апартмент имеет свой собственный доступ из приватного лифта. И как только вы поднимаетесь на свой этаж, вы попадаете прямо в свою гостиную и, соответственно, кухню. А в каждом апартаменте у нас есть 2 балкона, то есть это балкон с видом на океан и балкон с видом на город, то есть на часть, где виден город и залив. Я предлагаю выйти посмотреть. Давайте вид на балкон, посмотрим. Потому что он просто шикарен. Такая терраса абсолютно в каждом апартаменте, то есть каждая квартира имеет фактически угловой вид. Так как в здании всего 2 квартиры на этаже, у нас есть северная сторона и южная сторона. То есть здание поделено архитектурно на 2 части. Сейчас мы находимся с вами на стороне северной, то есть мы на North Side, и вы видите, что вид и на той, и на другой стороне билдинга просто потрясающий. Это угловой Ocean View. И также этот вид сопровождает все спальни этого апартамента. Прекрасно, давайте прекрасно. Продолжим. Планировка открытая, мы заметили, да? То есть да, открытая, конечно. Планировка, соединена кухня, гостиная и столовая.
достаточно просторное помещение, очень бы даже, я сказала, просторное. Да. Вообще это здание считается одним из самых выгодных при покупке New Construction Building на данный момент на восточном побережье Южной Флориды, потому что пространство, которое покупатель покупает здесь, с этой квартирой, за эту стоимость, если смотреть на South Miami и сравнивать первую линию, то здесь это самое лучшее value за то, что покупает. А мы назвали цену этой квартиры? Она сейчас стоит в продажу. Именно эта квартира, которая обставлена брендом Artifacto, со всей мебелью, которую вы видите в этой квартире, со всем декором, выставлена на продажу за 4 миллиона. Но также в этом здании есть и другие апартаменты, стартовая цена от 3,3 миллионов. А не все в продажу с мебелью или выборочно? Нет, все апартаменты идут просто finished, то есть полы, полностью кухня, ванны, освещение, которое вы видите здесь сейчас, в принципе, basic от девелопера, но также включены какие-то части LED lighting в ванных и также в коридоре. Во всех апартаментах? Во всех апартаментах basic. Расскажи нам про кухню. Пожалуйста. Кухня – это моя любимая часть этого апартамента, особенно именно в этом светлом дереве. Также есть здесь модификация кухни в темном цвете, но это такой практически получерный цвет. То есть мне вот именно эта модификация нравится гораздо больше, потому что она дает апартаменту больше света, больше какого-то такого другого настроения и позволяет применять такие более нежные цветовые решения в гостиной в том числе. Кухня, у нас здесь встроенный холодильник. Да, да, здесь очень-очень самые современные appliances, самых последних моделей. Также это здание, оно было также сделано и построено в коллаборации с брендом Minotti. То есть здесь очень много итальянского мрамора, весь мрамор был привезен из Италии. Поэтому это здание, оно именно для тех любителей деталей, которые хотят именно самые высокие качества и уровень материалов. То есть ни один другой застройщик не привозил мрамор цельными кусками для постройки такой кухни и такой ванной, которая здесь в этом здании. То есть за стоимость, которую платит покупатель, он получает самые высококлассные материалы. Вообще застройщик сам, он очень любитель таких деликатных вещей, он коллекционер, и он сделал этот билдинг как свое творение и очень подходил, выбирался самое дорогое. То есть фактически вообще сейчас почти никто не строит с такими материалами, как вот построены здесь. Честно говоря, в моем понимании цена 4 миллиона – это совершенно адекватная, даже далеко адекватная цена. То есть это не так много за то, что вы, вы получаете, да, включая вид с обеих сторон, мы еще посмотрим вид там, размер и материал, из которого это все вот это сделано, предлагается. Просто раковина даже – это как произведение искусства, потому что она сделана из цельного куска мрамора. Это просто такая редкость увидеть вот в апартаментах такое качество, просто финиш и от застройщика. То есть человек не должен там приходить и делать ремонт, грубо говоря, сюда как-то что-то менять, выбирать. И, потому что многие застройщики выбирают дешевую краску, даже в лакшери апартаментах какие-то детали, они не сделаны так продуманно, как здесь. Поэтому здесь это моя любимая часть. Бренд Gaggenau. Кофеварка есть. Да, 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 все верно. Appliance здесь бренда Gaggenau, то есть это тоже супер классный европейский бренд Appliances, все самое новое, то есть самые новые технологии применены здесь. И также вот как раз даже на другой стороне барного стола из цельного куска мрамора полочки, которые любая хозяйка оценит вообще их наличие. Ну, это просто потрясающе. Ага, сдвижные ящики. Попробуйте, да, открыть, это просто... Это дополнительный сторож в апартаменте, то есть, да, кухня открыта. Да, это, конечно, здорово. Она здесь позволяет быть очень функциональной, то есть вторая часть от барных стульев – это дополнительный storage space. Я, как хозяйка, когда это увидела, оценила наличие этого пространства. Ну, на самом деле, да, это очень полезное использование пространства и очень красиво смотрится. Ну, с ящиками мы разобрались, кухня шикарная, ничего не скажешь. Давайте посмотрим вот этот вид со столовой. Да.
Вид здесь просто потрясающий. Ну, мне кажется, здесь вес можно набрать очень неплохо. Вот сидеть кушать, 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 смотреть на такой вид и сидеть за этим столом, не отрываясь. Я бы, наверное, так и делала. Как раз северная сторона, и мы вот буквально находимся, смотрим сейчас на север. Это здание находится между, я так, ну, Форт Лотердейл с той стороны. Да, территориально как раз мы сейчас... И Санни Айлс с этой стороны, да, то есть находится буквально посерединке. Вообще территориально здесь, в Холландейле, от этого здания до Санни Айлс буквально 7 минут, через Голден Бич на машине, буквально Дабл Харбора минут 15, то есть здесь до всей инфраструктуры, Авентура тоже 10-15 минут до мола, то есть местоположение просто шикарное. Так, посерединке всего. Да. Смотри, какая красивая композиция над обеденным столом. Вообще, эта квартира очень мне нравится в плане теплых тонов и того, как артефакты ее обставили. Это согласна. Вообще моя любимая цветовая гамма, поэтому я обожаю ее показывать и быть здесь. Ну что ж, давайте пройдем дальше, другие помещения. Давайте. Что ты нам здесь откроешь? Следующим любимым частям. Вообще, как сделаны эти апартаменты и вообще, как сделано это здание, меня поражает вот именно деталями и качеством деталей. Все двери бренда Lualdi, то есть это очень-очень известный итальянский бренд дверей. Вот просто можно посмотреть качество двери. Это те вещи, которые покупатели обычно устанавливают сами в апартаменте после покупки, а здесь они уже есть. Поэтому я считаю, что это то супер. То есть здесь у нас гостевой туалет? Да, совершенно верно. Это гостевой туалет, самый близкий к кухне и гостиной. Кондиционер. Вообще апартамент по флорплану получается вытянут от балкона, который смотрит на залив и на город, до балкона, который у нас выходит прямо на океан. То есть квартира имеет длинный коридор. Сейчас, когда мы будем по нему проходить, мы увидим флорплан и расположение всех комнат. Это ден, который покупатель имеет возможность закрыть при желании и сделать из него четвертую спальню. То есть это может быть полноценный офис. В данной модификации этой модели это обставлено как мини-офис и такая гостевая, можно сказать, зона отдыха. Я бы могла, если есть дети, использовать как вторую гостиную. Да, 100%. Очень много игровая. Можно сделать здесь с этим деном. И он достаточно большой. То есть я считаю, что если закрыть стеной, здесь можно поставить полноценную кровать или какую-то даже игровую комнату действительно. Или вот ну, я бы использовала придумать. Это явно как офис, потому что с таким видом я могу с тобой согласиться, я тоже. Жалко тратить на вторую гостиную, но с другой стороны, если есть дети, то это очень удобно. Возможность такая, да, есть у покупателей. Давайте пройдем дальше. Это хозяйственный уголок тоже. У нас здесь сервис-выход к лифтам, да, в здании другим, которые общие. И также вот здесь у нас лондри. Стиральные машинки здесь Электролюкс стоят тоже, как я сказала. Застройщик выбирает все самое лучшее сюда, поэтому... И мой любимый коридор сейчас начнется. Почему я люблю этот коридор, Надя? Потому что здесь этот, вообще эта стена, она сделана застройщиком с мыслью повесить картины. То есть здесь использовано специальное освещение во всех апартаментах. Это идет вместе с апартаментами так встроено. Это особый LED-свет, который позволяет картине выглядеть лучше. То есть... Это для... Вы можете уже приехать из своей коллекции картин. Да, для творческих людей это вообще огромное пространство, поле деятельности, потому что здесь можно действительно так красиво обстроить, обукрасить этот hallway, этот коридор картинами, фотографиями, вообще всем, чем вы желаете. Согласна, да. Поэтому... Здесь у нас что? У нас небольшая спальня, да, со своим собственным санузлом. В каждой спальне есть свой клазет, двери клазета, также Lualdi Doors, и своя ванная с душем или с табом. Здесь в данном случае это душ, туалет. Качество финиши можно даже просто невооруженным взглядом увидеть, и марбл, и отделка всего. Матовые финиши у них тоже очень используются, очень классно. Я думаю, что это одно из самых современных решений для отделки апартаментов.
Давайте пройдем дальше. Дальше по коридорчику, на котором будут висеть арт-объекты в будущем, пока он такой да. еще пустой, но уже красивый даже с подсветкой. Мы попадаем во вторую гостевую да, спальню. Да, это вторая гостевая спальня, также со своим санузлом, клазетом. Здесь вот в данном случае у нас просто они смотрят как бы в разные стороны. Здесь кровать с этой стороны, но опять же, чтобы виден был вид на океан. И такого же размера клозет, и свой санузел, только уже интересно. С ванной. То есть у кого маленькие детки, опять же, вот решение здесь. Также есть, помимо душа, есть ванная тоже. Скажи, пожалуйста, а что вот это вот такое? Это кондиционирование? Да, это система кондиционирования. Да, угу. да. И, кстати, солнце у нас встает с той стороны, я понимаю, но садится в той стороне. Здесь только прозрачные жалюзи или у них еще есть что-то хитрое? В данном апартаменте только... Что-то хитрое? Да, да. И опускается, может быть, какой-то... В данном апартаменте только такие. Только такие. Да, но если, когда покупатель уже делает свой дизайн и выбирает качество blackout, хотят ли они полное затемнение, да, то есть как раз с океана солнце встает, и вот на стороне залива оно заходит. Поэтому здесь, кстати говоря, вы видите и восход солнца, и закат с двух сторон. Шикарненько. То есть встречать рассвет можно на одном балконе, а наблюдать за закатом на втором. Теперь мы подходим к мастер-бедрум. Это моя любимая комната. И также, конечно, любимая часть всех дам, в том числе, это клазеты. Клазеты здесь обалденного размера. То есть здесь присутствует у нас два клазета, полностью сделанных. Клазеты здесь бренда Bibi Italia, это бренд, который изготавливает сумки Hermé, то есть это очень-очень классная компания, и они просто специалисты по женским сумочкам, туфелькам, и вообще качество клазета здесь именно поэтому тоже такое очень высокое. У нас есть клазет для него и для нее, и по размеру легко догадаться, какой из них для него и какой для нее. Но оба они, я считаю, что все-таки замечательного размера. Ну и, конечно... И, конечно, самая главная заходим комната. Заходим в спальню, самая главная комната. У нас у мастер-бедрум свой балкон, который выходит на залив, то есть вид у нас на Интракостал, на город. И это, конечно, вид, где, как я уже сказала, закат солнца очень классно наблюдать. Здесь самые красивые закаты на этой стороне. Ну и самая, конечно, впечатляющая часть в мастер-бедруме, помимо, конечно, размер комнаты здесь больше, чем гостевые комнаты, но самая любимая часть – это, конечно, мастер-батрум. Ну, просто невооруженным глазом видна разница, то есть здесь... Опять же, используется итальянский мрамор, который был привезен сюда из Италии застройщиком. Очень интересно здесь дизайн даже, да, как стекает вода. Да, то есть это не раковина, вода. Это просто он стекает по мрамору. Прямо по мрамору, и все транспортировалось из Италии. Цельные также просто pieces, да, полочек, все, мраморная отделка, размер вообще, количество света, ну, просто здесь объем такого натурального света, использованы самые светлые тона, очень приятно находиться, такая вот прям, ну, мне лично дает атмосферу спа, да, такую. Здесь согласна. У нас дверь в туалет, можно также снять. Показать, да, Smart Toilets, и также вот душ отделяет тоже стеклянная дверь. Размер душа тоже потрясающий. На мой взгляд, это просто, мне кажется, не только... Интересно, там, а да? эта дверь открывается в обе стороны? Ты просто сейчас как раз задела. Я дверь думаю, что в обе, да. Дверь должна открываться в обе, вот, да. В обе стороны. Вот можно зайти посмотреть размер. Здесь также использован мрамор. То есть в пентхаусе там вообще такого размера душ, как вся, наверное, эта ванная. Слушай, знаешь, я еще что обратила внимание? Здесь сколько вообще этажей? Напомни, пожалуйста. Этажей получается здесь около 40. Мы сейчас находимся на
каком? Мы сейчас находимся на 18-м. На 18-м. Да. То есть еще несколько этажей выше и уже соседние здания. Да, да. Чем выше находишься в этом здании, тем больше ты не заметишь соседних домов. Зданий. Да. Но и от этого возрастает цена. Тоже. Да, цена вопроса. Скажем этажом, а да, цена да, да. выше. Ну, про ценник мы тоже сейчас поговорим. Я уверена, всем интересно, сколько стоит содержание такого апартамента. Конечно, конечно. Здесь именно этого апартамента, ну и в принципе плюс-минус всех остальных, 3200 стоит в месяц содержание такого апартамента. То есть, если рассчитать, это $1.07 на каждый square foot. 3200 в месяц. Да, 3200. В это входит валет, паркинг, содержание бассейна, спа, тренажерного зала. Здесь также есть зона прогулочная для собачек. То есть здесь здание, хотя оно и бутиковое, йога-рум, пилатес-рум, оно имеет большое количество социальных комнат, консьерж 24 часа на 7, mm-hmm. да, security, то есть все resort amenities здесь присутствуют, просто они вот для бутикового билдинга, это очень круто, что они есть, потому что билдинг небольшой. Для тех, кто хочет приватный лайфстайл, да, грубо говоря, если сравнивать со зданиями, в которых по 300 апартаментов, здесь... Mm-hmm. Просто две квартиры на этаж. Ну, вы это всего лишь privacy. Стоит $3000 в месяц. Вот. Поздравляю. Мы справились. В этом апартаменте еще никто не живет, поэтому не часто открывают балконы. Кстати, вот этот бассейн как раз это и есть бассейн. Здесь в здании два бассейна. То есть один смотрит на океан, потому что здесь от тени зданий падает тень на... как раз деки, где люди загорают, поэтому на случай, когда уже солнце переходит на другую сторону и на океане тень, у нас предусмотрен второй бассейн, который как раз на городскую часть выходит, и это закатный бассейн, я его называю как sun deck pool, здесь такой как бы на закат. И здесь, что интересно, здесь можно, кстати, вот с этого балкона посмотреть вообще на структуру амениси. Лучше, наверное, не подходи до этого. У меня немножко боязнь высоты, ребята. Здесь амениси получаются на улице, то есть вход в амениси у нас с улицы, что, в принципе, очень классно, потому что вообще в зданиях чаще всего они вход с лобби изнутри, а здесь амениси предусмотрены, вторая их часть снаружи, то есть такой тоже... интересное архитектурное решение. А тоже вход? А там вход в спальню, скорее всего, да, мы да, не да, зайдем, это второй вход, потому что закрыты. В спальне. Ну и также здесь видно кусочек океана тоже с этого балкона. Я немного боюсь высоты. Поэтому я живу в домах. Останавливаем на стоп, да? Нет, мы дальше продолжаем. Пройдемте. Ну что мы еще здесь? Мы просмотрели все? Да, Надя, наш Хорошо. Тур сегодня полноценный. Мы посмотрели все комнаты этого апартамента. Но мы пройдем амениз, посмотрим. Конечно, это возможно конечно. Хотя бы с видом конечно, на океан? Конечно, конечно. Хорошо? Я буду рада Пойдем. Показать. Здесь очень красивый амениз. Да? Пойдем. Пройдемте, пожалуйста. Валерия, спасибо большое за такой прекрасный тур. Очень шикарное здание, шикарное кондо, шикарный аменитис. Очень, ну, меня прям спасибо, поразил этот тур. Спасибо большое, ребята. Я надеюсь, вам тоже понравился этот апартамент. Оставайтесь с нами. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Мы вас очень любим. Подписывайтесь на наш канал. До встречи. Пока. We'll be right back.